Здравствуйте, друзья. Вечерний вопрос. Зачитываю. Родилась я в Республике Калмыкия, Поволжье, России. Затем училась в Москве. С самого рождения были физические ограничения, которые позволяли мне медленно передвигаться. Но до 17 лет всегда требовалась помощь в преодолении маломальской дистанции. Уже в университете Дружбы народов, там, РУДН, я начала самостоятельно пользоваться общественным транспортом, а потом пересела на личный. Независимость для людей с подобными исходными данными всегда камень преткновения. И с самого отрочества я понимала, в России живут лишь здоровые люди. Не предназначена у нас страна к принятию и поддержанию людей с какими-либо ограничениями. И то, что я прожила там 22 года достойно, заслуга моей мамы, пытавшейся создать для меня благоприятные условия. Набравшись физических сил и уверенности, я переехала в Новую Зеландию, опять же усилиями моей семьи. Сначала отучилась на пост высшем, поработала, затем вышла замуж. Мне требовалось дальнейшее лечение, поэтому была сделана сложнейшая операция на позвоночник. Теперь я счастливый обладатель 1 килограмма титана. Надо отдать должное российским специалистам, которые провели эту уникальную операцию в центре Елизарова. И вообще у меня самые теплые чувства к своей стране. Благодарность за прекрасных друзей и порой малознакомых людей, поддерживающих в сложные моменты. Мой любимый муж также восхищается нашей русской готовностью поддерживать родных и даже двоюродных, когда есть необходимость. Я люблю Москву, Россию, но там нет и вряд ли будут такие же благоприятные условия для жизни человека, у которого трудности со здоровьем. Как известно, Новая Зеландия – страна небольшая, но очень удобная для жизни. Так же, как и в Штатах, здесь все максимально приспособлено для комфортной жизни людей, передвигающихся в креслах, слепых и прочее. После операции я нахожусь на долгосрочной реабилитации. И чтобы не терять время, я собираюсь на переквалификацию из Hospitality Management в Software Development. О как! Ваше адекватное мнение и позитивный взгляд на мир очень мотивируют на достижения. Это я, значит, такой. Сейчас думаю, что эгоистично использовать уникальную возможность общения с вами только для решения личных проблем. Вот уж я бы так не сказал, это очень правильно воспользоваться, если есть толк какой-то. Когда есть гораздо более насущные вопросы для широкого спектра людей. Внимание, вопрос. Первое. Что вы посоветуете людям с физическими ограничениями, у которых нет возможности выполнять физическую работу, когда они ждут легализации по политике, например? Ой. Так они что теперь из Новой Зеландии хотят по политике в Америку? Я вот это тут не было сказано. Значит, итак, ну хорошо, независимо. Чем заниматься людям с ограниченными возможностями, если они ждут, когда они ждут легализации по политике? Второе. Если подобный человек выиграет грин-карт, пройдет ли он успешное интервью с офицером относительно физических данных без дискриминации? Хороший вопрос. Третий вопрос, напоследок, уже только для меня. Светлана, Михаил, беспокойно выходить из физической и интеллектуальной зоны комфорта. Предыдущие 3 диплома – филолог, переводчик французского, менеджер гостиничного бизнеса – не связаны с нынешним курсом. Конечно, я приложу все силы на успешное преодоление всех трудностей и пойду до конца. Однако, слова поддержки людей, чье мнение во многом помогает шире взглянуть на мир, стали бы очень полезны. Это значит, я такой, что помогаю шире взглянуть на мир. Ну хорошо, давайте мы про 3 вопроса. Я тут отложу себе, чтобы так ехать и под рукой было. И поедем. Ну, давайте по порядку. Значит, первый вопрос был... Видимо, это не относилось к автору вопроса, но... Значит, что вы посоветуете людям с физическими ограничениями, которые не могут выполнять физическую работу, пока они ждут разрешения на работу по политическому убежищу? Видимо, вопрос не к автору относится, а вообще к людям с ограниченными возможностями. Вопрос наисложнейший, потому что я вам скажу другое. Если у человека там такие проблемы, что он в кресле постоянно находится и так далее, а есть у него разрешение на работу, и грин-карты, и гражданство есть, как ему жить? Ну, то есть, конечно, он может быть на пособии, на каком-то там, на инвалидности и так далее. Тогда он живет на вот это пособие, на пенсию, там, как назвать.
Но если он работать хочет, вот как ему жить, когда даже у него все есть? Ну, безусловно, когда ничего нет, да, то либо у него есть с собой какая-то сумма денег, что крайне маловероятно. Вы даже не представляете, сколько я получаю писем. Ну, я не скажу, что ежедневно, но очень много от людей как раз вот именно с ограниченными возможностями. У них и денег тоже нету. И они спрашивают, как? Понимаете? И я всегда в тупике себя чувствую, в ступоре в таком, потому что я не знаю, очень хочется помочь, а как, я не знаю. Значит, либо должен быть кто-то, кто содержит человека. То есть он не один поехал, там, не знаю, с кем-то. Либо, вот как тут, например, автор письма говорит, вот я сейчас там хочу учиться на программиста. Ну, выучись на программиста, начни работать удаленно. Вот там, где ты, в стране, в которой ты живешь. Начни зарабатывать. И тогда, конечно, ты можешь переехать там в США и эти полгода, и, может быть, даже больше, чем полгода, зарабатывать, вот, скажем, работая программистом удаленно. Но, не знаю, для меня это как-то такой экзотикой кажется, честно. То есть, я понимаю, что теоретически, может быть, так бывает, но чтобы вот на практике, даже я не знаю, честно. Вот, здоровому-то трудно, понимаете? И не каждый может на стройке тоже. Ну вот, скажем, женщина на стройке не может. А что может? Ну вот там с пожилым человеком сидеть где-нибудь там, или там, ну я не знаю, ну что, в ресторане, там, в гостинице. В общем, это очень непростой вопрос, и у меня нет такого ответа. Знаете, сказать, вот человек знает, я не знаю. Я постоянно как бы вот выслушиваю всякие истории, прочитываю, но я не знаю. Второй вопрос. Если подобный человек выиграет грин-карт, пройдет ли он успешное интервью с офицером относительно физических данных? Ну, видимо, не с офицером, а с работником там посольства, консулата, да, без дискриминации. Знаете что? Я знаю людей и пенсионного возраста, то есть уже так, ну, скажем так, существенно пенсионного возраста. Я знаю людей с всевозможными disabilities, инвалидностями, которые проходили успешные интервью. То есть, мое понимание такое, что работник посольства или консульства, который дает ему там визу, ну, в смысле, пропускает его, так сказать, с этим делом, он исходит из того, что человек приезжает и становится на там какое-то пособие по инвалидности или там на пенсию, ну, пенсию, пособие по возрасту и так далее, и так далее. То есть, нет такого, вроде бы в правилах, такого нет, что человек должен соответствовать каким-то физическим кондициям, требованиям. Такого нет. Насколько я знаю, нет. То есть, действительно, люди приезжали. Вот, теперь конкретно для автора. Вот, значит, три профессии. Филолог, я не знаю, что такое филолог конкретно, там, ну, какой-то филолог. Переводчик с французского и дальше там менеджер гостиничного хозяйства. И что там еще не связано с нынешним курсом. То есть человек хочет учиться на софтвер-девелопера, а вот у него предыдущие такие образования вот такие. Я приложу все силы, пойду до конца, то вот какая-то нужна моральная поддержка, что ли. Значит, что тут сказать? По поводу Новой Зеландии у меня никогда не было много информации, но по чуть-чуть. Но вот у нас был паренек один из Туркмении, который в Израиле, по-моему, он жил, и в Новой Зеландии жил. Вот такой был. Рассказывал. У нас видео с ним есть. У меня был в онлайновом классе студент из Новой Зеландии, который так вот в онлайне учился, потом бах, работу нашел там, я не помню, за пару недель буквально. Нашел работу и... Правда так думаешь, Новая Зеландия то, что тестирует что-то. Но я не знаю, как с инвалидностью в этом плане. Что программистом, что тестером. Ой, чего сказать. Значит, мысль изучать программирование, и там development как профессию, мысль хорошая. Почему хорошая? Потому что планка высокая. Если бы человек сказал, вот я хочу стать тестером, например, да, там в Новой Зеландии, что тоже, как бы, наверное, имеет смысл, но
когда планка ставится выше, то шансы улучшаются. Если ты в состоянии высокую планку преодолеть, то шансы твои лучше. Самое страшное, что может произойти, если, допустим, ну не пошел девелопмент, но вот уперлось и не пошло. Хотя мы видим, что человек все время учится и учится и учится, и, наверное, должно получиться как-то. Во всяком случае, если не пошло, ну так в конце концов тестером-то всегда можно. Это будет гораздо лучше тестер, чем такой, который никогда не изучал программирование там, или там, профессию так, в целом. Там не только программирование, там еще кое-что есть. Но вот это будет гораздо лучше тестер. То есть как бы есть отступной вариант такой. Это тоже неплохой, в общем-то. Поддержать. Значит, я, честно говоря, не вижу принципиальных никаких тормозов в этом плане. То есть человек пошел учиться, он учится. В конце концов, далеко не все люди, которые реально работают программистами, далеко не все они талантливые программисты, далеко не все они как бы, ну даже просто очень хорошие программисты. Это не обязательно. Ну просто люди работают, у них есть какое-то ремесло в руках. Не все мастера искусства, понимаете, есть просто ремесленники. И ремесло неплохо оплачивается, в общем, нормально, можно жить. Вот. Я, конечно, не уверен, что вот по состоянию здоровья, например, будет ли это дело соответствовать. Понимаете, вот человек учится, там, на филолога выучился, там, на переводчика французского выучился. Я думаю, может быть, лучше бы переводил, раз уже все равно выучилась на переводчика с французского. Может быть, конечно, найти работу тяжело переводчику с французского, не будучи там, допустим, носителем языка французского. Может быть, действительно сложно найти какую-то работу. Вот, то есть, как бы, вроде профессии есть, а денег нет, и, как бы, работы нет. Конечно, программистам, человеку проще найти работу. И что в Новой Зеландии, что в Америке, что в Российской Федерации, как бы, востребовано. Вот, Но опять, ну когда здоровье позволяет. Мы знаем здоровых людей много, которые вот так поработали, и глядишь, и здоровья не осталось. Там же и уровень стресса такой серьезный. В общем-то, я не знаю, может быть, в Новой Зеландии там спокойнее люди работают. Даже в США, на самом деле, вот по рассказам людей, которые там в разных штатах были, они говорят, что, конечно, так как в Кремниевой долине, так в других местах так не работают особо. То есть вот не перерабатывают столько овертайма, не забивают голову так сильно. Там уже вышел с работы, все. Он уже в других делах. Вот. Там от 8 до 5 бах и все. Больше нет работы. Но только личные дела. Ну, у нас тут не так. Не знаю. С точки зрения возможностей, с точки зрения, в смысле, освоения профессии, я не думаю, что там какие-то боги горшки обжигают. И в этом смысле, на самом деле, то, что человек чисто по физическим ограничениям не имеет возможности очень-очень многими разными делами заниматься, это на самом деле создает у него такой потенциал дополнительный. Фокусирование вот на этом. Вот ты занялся этим, да, и ты меньше разбрасываешься, нежели у тебя там еще было бы 100 других дел, которые можно, хочется, там еще что-то, соблазны, да, меньше соблазнов, плюс, как сказать, плюс понимание того, что ты на прорыв идешь, что ты не вообще просто что-то там такое учишь, а ты на прорыв идешь, ты в жизни решаешь какой-то важный жизненный вопрос, поэтому с точки зрения освоения материала, с точки зрения приобретения навыков и так далее, я могу сказать, что если каких-то не встретится, ну, я не знаю, блокировок, вот, о которых мы сегодня не подозреваем, то должно быть все очень успешно. А почему нет-то? Что там такого? Ну вот, конечно, бывает, начнешь что-то делать, и вдруг бах, и какой-то ступор там возникает. Непреодолимый ступор. Ну, бывает, но пока нет оснований даже говорить, что мы можем догадываться, где там этот ступор и что там этот за ступор. Ну вот единственное, что если здоровье позволит, и все. Поэтому давайте мы девушке пожелаем успехов. Вот, привет передадим.
и мужу ее тоже. Я как бы извиняюсь, что долго вопрос у меня в анналах, так сказать, нашего вопросника находился. Это самый первый вопрос на сегодня, вот на текущий момент, самый первый вопрос из того, что у нас там на форуме лежит, 27 вопросов. Он где-то с августа прошлого года. Ну вот добрался наконец как-то и вот. Вот и отвечаю. Надеюсь, что нас еще смотрят. Ну а если нет, значит, кому-то другому, может быть, на пользу пойдет. Вот, вообще, закончить хочется на том, что вот когда возникает вот эта тема, люди, у которых здоровья нет, особенно вот инвалидность, понимаете, особенно когда они прикованы там к коляске, к кровати, внутри все сжимается от осознания того, что невозможно, не знаешь, как помочь, понимаете? То есть люди, которым больше всего нужна помощь, вот им как раз меньше всего можно помочь. Вот это, конечно, очень тяжело осознавать. Но я вообще хочу сказать, что на самом деле какая умница, понимаете, она поехала в Москву, она освоилась с транспортом таким, с транспортом личным, она поехала в Новую Зеландию, она вышла замуж. Она просто героический абсолютно человек. И когда она спрашивает, а потянули я там этот самый software development, да вы в гораздо более сложные задачи уже потянули. Я так считаю. То есть это человек исключительно мужественный и стойкий. Поэтому хочется выразить уверенность в том, что все получится очень здорово. Я думаю, что те люди, которые досмотрели до этого момента и хотят морально поддержать нашу героиню, вот, пусть ставят лайк. И тогда вот она увидит, как много лайков и как много людей в нее верит. Счастливо!